Год пролетел, 2023 год. Произошло очень много всего интересного, незабываемого. Это видео я не планировал снимать, но все-таки решил. У меня появилось желание поделиться с вами произошедшим за этот год. И хочу ответить на ваши вопросы. Я не боюсь показать вам свое лицо. Я поговорю с вами без маски. Я посижу, что же произошло за этот год. Возможно, вам интересно, откуда на столе вот эта фотография лисицы. Или что произошло со мной за этот год. Начнем. Начать, наверное, стоит с поздравлений. В первую очередь, я поздравляю, конечно, свою семью. Если бы не они, то меня бы даже никто не узнал, потому что меня бы не было. Как-никак. Тихо, ну иди. Я снимаю. Пап Саш, мой крестный. Жду с нетерпением в гости. Также мои поздравления не могут обойти семью Александровичей. Кабанчик Егор. Тоже жду тебя в гости. Надеюсь, ты все-таки приедешь к нам 31-го. Не забыл я и про тебя, Крайдл. Грибочек. Тоже ждем тебя с нетерпением в гости. Мои поздравления не обошли тебя, Кукор. Надеюсь, ты продолжишь свои стримы. Я их очень жду. Поиграем в Jigbox. Ну, еще бы хотел поздравить Куда, Конверс, конечно же, Диви. Желаю вам счастья, здоровья, ну и побольше свободного времени. Не могу не поздравить тебя, Вика Ермолина. Если бы не ты, то я бы не стал воином. Ты понимаешь, о чем я? Я был бы не я, если бы не поздравил наших организаторов у Рисходок в Могилеве, Риту и Жеку. Спасибо вам за воспоминания. Жду сход. Ну, конечно же, поздравляю и тебя, Никита, гитарист. Продолжай играть, у тебя все очень классно получается. Давай, крепись там. А мы идем дальше. Ну и последний друг, которого я хочу поздравить, это, конечно же, ты, Рэйчел. Жаль, что мы в этом году так и не встретились. Надеюсь, это произойдет в следующем году. Надеюсь, мы с тобой потанцуем. Каждому на канал сделаем по видео. Ну и удачи тебе в новом году. Ну а теперь я хочу вам рассказать, что же произошло со мной за этот год. Ну, начну я, наверное, с того, что в начале года я гулял с Рэйчел на Масленицу, это было очень весело. Ну, потом у меня появилась новая собака. Ее зовут Дана. Также я подправил немножко хэт. Заметим, еще стена другая, кстати, была. Ну и сделал себе новый хвостик. Еще я нашел для себя новую игру, это Pokemon Unite. Так выглядел мой аккаунт тогда, а вот так выглядит он сейчас. Ну, немножко косметических изменений, да? И именно тогда я набрал свои первые 200 подписчиков. Мои видео набрали там порядка больше 1000 просмотров. Для меня это был шок. Да и в принципе сейчас я очень рад, что мои видео набирают не 50 просмотров, как у некоторых. Ну, хотя бы там 300 минимум, а то и 1000. Это для меня огромное удивление. Спасибо вам за это все. Тематику покемонов я подсел. У меня появилась майка с львеоном. И теперь у меня над столом висит плакат. А раньше он висел там, где я сейчас снимаю для вас видео. Этим летом я побывал на всемирных играх в Москве. Вот, кстати, Никита и Илья идут. Никита состоял в нашей команде. Мы были как участники и... Я выступал в номинации «Мир танков 3x3», а Никита в номинации, получается, PUBG Mobile. Кстати, белка, которую мы нашли, пока гуляли по Москве. А вот это наша команда, которая участвовала как раз-таки в играх.
Вот мы с Никитой сидим. И тут вот видно нас с Никитой. Также у нас состоялась прогулка по Москве-реке. Она мне очень запомнилась. Это было очень интересно. Тут видно делегатов из разных стран, которые сражались с нами за медали. Также мне довелось попробовать оригинальную Аленку, посмотреть Москву и ее замечательные фонтаны. Еще мы побывали в ГУМе на Красной площади, попробовали знаменитое мороженое и попробовали торгун из специальных аппаратов. Также мы видели Кремль и знаменитый храм. Это я сижу на финале дисциплины «Мир танков», в которую мы как раз таки и попали. Мы получили вот такой ковер для мыши, а наша команда забрала очень много медалей. Дома нам не сиделось, мы поехали на море. Отдыхали мы в станице Камышеватская, недалеко от Ейска, это Азовское море, Таганрогский залив. Также в Ейске мы побывали в океанариуме. Еще я распечатал себе лису Илпа, и она гуляла по пляжу с курицей. Без фотосессии в Форсьюте на пляже не обошлось. Тогда я познакомился с Диви. Нас объединило то, что нам обоим нравятся покемоны. Ну и мы начали очень часто по ним общаться и рисовать их. Тогда я получил себе псевдоним Вапур. Море нам долго не сиделось, мы поехали в Санкт-Петербург. Мы увидели и разведение мостов, и дворцы, и Эрмитаж. Снаружи. Чё, у меня появился кот. Его зовут Мрак. Он не сразу подружился с нашей кошкой Соней, но сейчас они уже дружат. Еще я начал с Диви вести свою группу, там где мы рисуем наш комикс. Ссылка на группу будет в описании. Ну, и еще я заказал себе катану. А если точнее, даже две. А вот так до украшения выглядело то место, где я сейчас снимаю для вас видео. А теперь немножко танцев, а точнее репетиции танцев. Вот я и рассказал вам, что произошло со мной за этот год. Теперь хочу поздравить тех, кто вдохновлял меня весь этот год. В первую очередь хочу поздравить Лису и Орса. Ну, во-первых, я хотел сделать Лисе на день рождения подарок, но я не сделал. Такой я плохой. Поэтому теперь все видео, она стоит у меня на столе. Ссылку на ее группу можете найти в описании. Дальше хочу поздравить енота Эрика. Если бы не он, я не знаю, был ли бы у меня Форсьют. Потому что именно по его видео я его и сделал. Дальше стоит поздравить очень талантливого танцора Гинтона. Не знаю, начал ли бы я танцевать, если бы не его видео. Он вдохновил меня на несколько танцев, которые я учился танцевать по его видео. Ну и напоследок я поздравляю Виспо Феника. Feliz año nuevo. Si vis por favor comenta. Te adoro. Теперь самое время ответить на несколько ваших вопросов. Ну, если подумать, то я не знаю, ну вообще из такого подобного. Но это не относится к этой теме. Это грибы. Ну, по сути, у меня было 4 форсюта. Получается, был рыжий лис. Тут фотка должна быть, да? Ставил же. Получается,
белый лис был еще. После него был вот этот фурсьют. Но сейчас мой фурсьют, вы его уже прекрасно видели. Ну, еще был фурсьют на заказ скунса. Ну, насчет старых артов. Есть те, которые неплохо нарисованы, но некоторые мне тоже не нравятся, как и многим. Вот один из первых артов. Ну, стал Фурией я, наверное, когда посмотрел вот эту анимацию. Спасибо, конечно, Ice Cola и Sleepy King за такую анимацию. Её сейчас отвезет доктор. По сути, именно благодаря ним я и стал Фури. Да, конечно, коллабы были. Вот один из них. Tom, have you seen my copy of the greatest movie of all time? 17 again? Yeah. Well, I woke up this morning. Then there was Where a... are they? Hang in the hole. Я рисую и в диджитале, и в традишнале. Ну, расстаться с Фури Фэнтомом я, наверное, пока не готов. Мне тут очень нравится, меня все устраивает. Ну, а если менять на какое-то другое, то, наверное, только если на Покемон Фэнтом. Вот видео и подошло к концу. Надеюсь, оно вам понравилось, вы его досмотрели до конца. Надеюсь, его хоть кто-то досмотрел. Подписывайтесь, ставьте лайки. Делитесь этим видео в социальных сетях. А я желаю вам всего хорошего. С Новым годом. И пока.